полосы садятся тяжелые самолеты. Загружается самоходная артиллерия, которая с хода вступает в бой. Развивая успех, южные идут на соединение с морским десантом. Перед воздушно-десантной частью поставлена задача высадиться в глубоком тылу условного противника, подавить сопротивление его опорных пунктов и захватить плацдарм. Мощные воздушные корабли в короткие сроки доставят личный состав и боевую технику к месту десантирования. Любой бой требует от воинов предельного напряжения духовных и физических сил, высокого ратного мастерства. Но к десантникам требования особые. Крылатая пехота — это парни с крепкими нервами, молниеносной реакцией, точным расчетом, не теряющиеся в самой сложной обстановке. Успех десанта определяется прежде всего высокой выучкой экипажей воздушных кораблей и мужеством воинов. Десантировать в считанные минуты, к тому же на ограниченный плацдарм людей и технику, задача нелегкая. Требуется ювелирный расчет, мастерство.